29 июля в Центральном парке культуры и отдыха подросток на велосипеде попал под поезд детской железной дороги. Состав двигался со стороны Бабьих Песков на станцию Пионерская, подавая звуковой сигнал. На переходе с пляжа в парк, где проходят железнодорожные пути, внезапно появился мальчик на велосипеде, который, катясь с горки набережной, с разгона въехал в последний вагон. Как рассказывают очевидцы, велосипед сразу же замотало под колесную пару вагона. Ребенка тоже задело и отбросило в сторону. Прохожие, на чьих глазах это произошло, растерялись и не сразу вызвали скорую помощь. Кто-то не знал, как вызвать ее с мобильного телефона. У некоторых не оказалось денег на телефоне, хотя в области уже несколько месяцев работает система экстренного вызова 112, звонок бесплатный. Одна женщина из очевидцев вызвала подмогу и позвонила матери ребенка. 12-летний подросток получил ушибы и ссадины. Предположительно, мальчик перед происшествием купался, несмотря на запрет городских властей. Почва и вода на пляжах Тобола не соответствуют нормам, они закрыты до особого распоряжения. Мы напоминаем, дабы избежать трагедии, взрослым необходимо следить за детьми и вести с ними разъяснительные беседы об опасности на воде и железной дороге.